В День России в парке «Сфинксы» выступила казачья фолк-рок-группа «Берега». Музыканты начали свою концертную деятельность в 2008 году в Краснодаре. Их творчество основано на народной музыке и песнях, которые звучат в рок-обработке. Армавирцы с удовольствием подпевали известным композициям. Вначале артисты исполняли каверы, однако в процессе творческой деятельности постепенно перешли к исполнению собственных композиций, оставаясь верными стилю русского этно-рока. Пуля просвистела, в грудь попала мне, спасая степи на лихом коне. Ножичкой у меня комиссар достал, покачнулся я, из коня упал. Харизматичные музыканты вызвали бурю эмоций у жителей и гостей Армавира. Спасибо! С праздником, Армавир! Марина Локтева, Александр Герасименко, служба информации телерадиокомпании «Вита Армавир».